From Kwabulozi to Kabwata, we here to glorify Jesus. Здравствуйте, здравствуйте. Hello. Hola. Nikao. Bonjour. Salam alaikum. Добро пожаловать в Африке. Страна называется Замбия. Это Матиус. Если вы зрители и смотрите из России, не забудьте смотреть через VPN, чтобы поддерживать мой канал. Как всегда, я вам показываю африканскую жизнь. И то же самое я хочу вам показать современный африканская свадьба. Тут сегодня у нас есть свадьба, и эта свадьба тоже проводится в церковь, как вы видели в других видео. Посмотрите, украшения очень красиво, цветочки тут очень красиво построили, и еще это стур, или где будет сидеть танцор, жена и муж. Я чисто просто сегодня вам показываю современную африканскую свадьбу. Добро пожаловать еще в Африке. Это зрители или семья из, ну, из разные. Это семья из мужа и жена. Посмотрите, как они красиво одеты. Очень ярко и нарядно. Пока мы ждем другие, потому что мы еще не начали. Если вы новые на этот канал, не забудьте подписаться. А если вы вернулись, я хочу сказать спасибо большое. И люди, они начали заходить. Это танцор. Сначала мужики, они зайдут и они будут танцевать. Посмотрите, как пиджак, все очень красиво. Мне очень интересно, даже не могу передать эмоции. Это человек, который в последний, он муж. Теперь танцор, девушки, они заходят. Очень красиво, очень трогательно, и они очень спокойно танцуют. Пишите в комментарии, откуда вы смотрите этот видео. Мне будет приятно, потому что когда я смотрю в географию, там показывают, что больше 70 стран, они меня смотрят, и я очень хочу поблагодарить вас за просмотр. Эта женщина называется Матрон, и эти две девушки, они просто бросают цветочки, потому что невеста, она собирается зайти. Красиво, очень-очень красиво, как они выглядят. И тут все ждут невесту, потому что это самый главный момент для всех. Эта невеста наконец-то зашел. Родители, они держали ее за руки. Это ее мама, а налево это папа. Наконец-то она нашла. И люди, они радуются. Поэтому вы слушаете шум на фоне. И так далее. Это чисто современная африканская свадьба. Потому что все необходимо
есть. И здесь папа говорит, что я наконец-то привезил свою жену, забери ее, теперь она не моя. Он забрал и дальше они пошли. Кстати, многие они спрашивают, почему у нас свадьба проводится в церковь. Сначала, потому что надо поблагодарить Бога, что эти два люди, они создали семью и их научить, как надо жить после свадьба и брака, ну, слово Божие еще послушать. И теперь есть момент, когда надо одевать кольцо. Мы это все ждем, и это пастор, который он говорит, и они будут повторить. Как вам эта современная африканская свадьба? Тут было очень-очень много народ, хотя церковь маленькая, все они хотели присутствовать и посмотреть, как эта свадьба будет. И теперь жена, невеста, она тоже должна повторить, что они здесь говорят, что мы будем жить вместе в бедности, когда даже богатые, когда мы будем болеть, все равно мы будем жить на всегда. Это обещание на свадьбу. И она поручила вот кольцо. Вау, вообще очень прекрасный момент, очень интересно. И он говорит, что они говорят, или он повторяет. Теперь у нас идет жена, и он показывает, что посмотрите кольцо, наконец-то она моя. Это долгожданный момент, все они надели кольцо, и они показывают, что мы уже семья, мы уже жена и муж. Теперь они должны стоять на колени, чтобы благословить их свадьба, чтобы они жили счастливыми, чтобы они жили навсегда вместе до конца жизни. И это тоже обычай по традиции и еще по современной африканской свадьбе. После этого идет молитва, и это пастор, он трогает или положит его руки на них, чтобы благодарить и молить за них. Он закончил, у нас почти все. Теперь ждем момент, когда они будут целоваться друг друга. Все очень спокойно, трепимо ждем. И он очень медленно, медленно открывает его лицо, потому что у нас здесь, что до свадьбы она должна быть, его лицо должно быть вау, опа, очень нежный поцелуй, так могу
сказать очень просто раз и все. И все они смотрят, это будущий танцор, потому что после церковь у нас есть части, которые надо танцевать. И здесь они подпись оставляют, это сертификат, что они жена и муж, потому что в предыдущие видео, которые я вам показал, не было такого типа, они подпишут, что получит сертификат, ну, сертификат. Поэтому я говорю, что это чисто современная африканская свадьба. Посмотрите невесту и муж, она очень красиво выглядит. Кстати, мы это пара ходим вместе в церковь, поэтому я их знаю, и они меня пригласили, что Матюс, потому что ты блогер, приходи и снимай нас и показать людям, как у нас проводим современную африканскую жизнь. И там вот печать и поручили сертификат, наконец-то, что официальный они вместе. После этого нас прекрасные мамочки, женщины, они показывают навык танцы, они танцуют. У нас сейчас мероприятие в церковь закончилось, и эти они ходят с танцем, потому что у нас мероприятие без танец или без танцы, это не мероприятие в Африке. И они очень спокойно, они танцуют. Пишите в комментарии, как вы думаете. Теперь все закончили, надо поехать, где люди, они будут танцевать, где люди, они будут радоваться и кушать. Пишите в комментарии, как вам эта современная африканская свадьба. Это в район, где я тоже сам живу, и очень хорошо, что я тут именно живу. У меня есть такая возможность вам показать. И обещаю, что в апреле я вам покажу традиционная африканская свадьба, где люди все они одевают традиционные одежды, поэтому называется традиционная африканская свадьба. Это просто современная европейский, американский и так далее. Теперь мы уже приехали в ресепшн, где люди они танцуют. Я вам показал, что это танцор, который они будут танцевать. Теперь момент, который мы все ждали, момент, который мы все хотели посмотреть, наконец-то пришел. Сейчас ничего не буду говорить, просто посмотрите, как они танцуют, эти танцоры. И пишите в комментарии, и поставить лайк, и не забудьте подписаться. И еще большинство они в предыдущее видео про свадьба у Марат и у подруги прокомментировать, что почему старее там пусто, ничего нету, а здесь вода есть. И у нас здесь в Африке, что после свадьбы можно кушать и еда лежать в другом месте, потому что большинство вы может думать, что они не угощают гостей, но на самом деле есть еда. После этого люди они будут стоять в очередях, чтобы получить еду.
Это муж. Это сейчас эти прекрасные танцоры, они его провожают, потому что они должны сидеть в своем месте. И они как проводники его провожают с танцем. Это человек, который держит микрофон, это ведущий. Он курирует мероприятие, как чтобы соблюдать время и так далее. И у нас здесь что, ну, противоположные мужики, они должны провожать жену, а девушки, они должны провожать мужа. И эти, они провожают жену, как всегда. Они танцуют очень интересно, очень просто, прекрасно, как танцуют. Посмотрите, как они двигаются, посмотрите, как будто просто это в натуре. Поэтому люди, они говорят, что все африканцы, они умеют танцевать. Хотя на самом деле я сам так не могу танцевать, если что, это секрет. Никого или никому не скажет, что я не умею так танцевать. И что я заметил, что жена вообще, она не стеснительна, потому что некоторые, они стесняются танцевать, когда у них есть свадьба, а она такая вообще свободна, отлично танцует, как будто вообще другие люди не существуют. Ну, за то, что она красит свою свадьбу, за то, что эта свадьба всегда будет остаться в воспоминаниях. И время есть теперь муж и жена танцевать. Это как челлендж. Они челленджируют друг друга. Ну, вы, судья, пишите в комментариях, кто лучше танцует здесь. Жена или муж? По моему мнению, жена просто огонь. Жена просто обалденная. Жена просто не можно просто описать, как она танцует. А муж просто спокойно. Это мое мнение. И тоже пишите ваше мнение, кто лучше здесь танцует. Как я тоже снимаю, наслаждаюсь смотреть эту свадьбу. И они еще будут танцевать, поменяли одежду. Здесь каждый танец есть свои одежды. Они снова зашли. Ага, кстати, вот назад, направо, там стоит женщина. На столе там лежит еда. Поэтому не думаю, что у нас пустые старые, или мы не угощаем гостей. Конечно, мы угостим, но просто еда одежда лежит. Наслаждайтесь, как эти танцоры, они танцуют. Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан,
Kazakhstan, Armenia, Belarus, Ukraina, Armenia, Estonia, Latvia, Lithuania, Bulgaria, Грузия. Как вам эта свадьба? США, Германия, Израиль. Пишите в комментарии. Россия, Якутия, мой второй дом. Как вам эта африканская современная свадьба? Кстати, после видео, который я сделал, свадьба у вот Марат из Пермского области, который женился, или да, женился на африканке, большинство они начали писать, что мы тоже хотим жениться на африканке. Очень интересно. И эти они сидят, теперь они улыбаются радостно, даже видно на лицо, что наконец-то они будут жить вместе. Это время, когда все они могут участвовать в танце, и они решили присоединяться с танцем. Теперь это последний вид танец. У нас всегда в Африке свадьба связана с танец. Какое-то либо мероприятие, даже традиционная свадьба всегда будет танец. Я думаю, что вам будет очень интересно посмотреть чисто традиционная африканская свадьба. В апреле я сниму, потому что у меня друг, он будет жениться. Это, как я сказал, что это теперь последний, они просто танцуют по парам сюда, туда и так далее. Это первый пара, которые они танцуют. Как я всегда говорю, что вы судья, пишите комментарии, как это мероприятие, как свадьба с церковь до ресепшн, где чисто танец, где люди, они дарят разные подарки, потому что другие говорили, что это свадьба типа без подарок. Есть подарок, люди, они дарят после этих все мероприятий. Это уже жена и муж, они снова пришли показать свой навык, пришли развлекать, и еще другие присоединялись. Люди, которые очень хорошо танцуют, или танцор, который хорошо танцует, зрители или гость, они их типа пожертвуют деньги на них. Поэтому вы заметите, что вокруг иногда есть много народу, где они пожертвуют деньги и так далее. Это просто обалдеть, как они танцуют. Я тоже наслаждаюсь этот момент. Вот люди, они пожертвуют деньги и так далее. Что спасибо, что вы нас как невозможно смотреть
такой мероприятие вечно. Я это могу смотреть вечно. Ну, они уже сидели, отдыхают после этого. Теперь у нас время резать торт, что вы, наверное, это тоже есть, что каждый свадьба надо резать торт, подарить оба семья из муж и жена. Эта девушка с ножами, она принесла нож, чтобы резать торт, и она очень хорошо танцует, и она очень вообще, все они смотрят и они пожертвуют деньги за то, что круто и интересно она танцует. Просто это вообще. И теперь все мероприятие закончилось. Теперь надо покушать. Это очередь. Все люди, они ждут получить еды. У нас здесь, я тоже иногда не понимаю, почему у нас что должны быть очереди, стоять в очередях, чтобы поручить деньги, чтобы поручить еду. Я помню, одна девушка написала в комментариях в предыдущем видео, что такую свадьба не хочу, чтобы стоять в очередях, ждать еду. Я, 50 согласен с ней, за то, что еда просто надо ждать, вот там раздают еду. И теперь вот, можно спокойно кушать. Люди, все люди, они пришли забрать и поручить еду. Поэтому не думаю, что у нас африканская свадьба нету еды, потому что в старе пустые, но есть просто в отдельном месте. И все люди, они кушают, пока еще наслаждают момент. Мне очень было интересно посещать это современное африканское свадьба. Это хотел вам показать. Просто современную африканскую свадьбу, как мы здесь все будем, и они целуют друг друга, что у нас сейчас разрешение целоваться вечно. Что поделать, это их время, они могут целоваться постоянно, время от времени. Я, кстати, хочу поблагодарить все мои зрители, что спасибо за просмотр, спасибо, что вы меня поддерживаете, этот канал чисто для вас. Без вас, без меня, без вас, без этого канала. Спасибо большое, Махтау Сессия по китайском. И теперь, потому что это уже закончилось, можно общий танец, это последний, потому что все они могут принять участие, потому что все они могут танцевать. Спасибо большое за поддержку, спасибо большое за просмотр. Не забудьте подписаться, если вы новые, не забудьте поставить лайк. Я очень буду благодарен за это, потому что это тоже помогает в алгоритм в YouTube. И еще, если вы смотрите из России или где страна нет монетизации, вы можете смотреть через VPN, чтобы поддерживать мой
канал, чтобы я могу продолжать снимать и вам показать разные места, потому что путешествовать — это деньги, сюда, туда надо деньги. Поэтому просто прошу, чтобы вы можете смотреть через VPN. Это будет очень-очень полезно для меня. Ну что, спасибо большое за все. Я вас люблю. Не забудьте писать ваше мнение, ваш комментарий. И что еще вы хотите смотреть, кроме этого? Потому что я здесь показываю положительную сторону, и что вы не видели из Африки. Большинство, они здесь снимают просто люди, которые голодают. Хотя везде люди, они голодают люди. Здесь они просто снимают такие места, где вода нет. Хотя везде есть такая проблема. Что поэтому решил по-другому начать снимать, по-другому начать показать свою Африку. Это был Матиус из Замбии, Лусака. Всем пока-пока, всем до свидания. See you in the next video. Ciao, ciao, bye-bye.